Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и случайные гости моего канала. Мне вот поступил вопрос, и не один, как я ухаживаю за волосами в летний период, да? Ну, считается, что у меня как блондинистый волос, все равно я его крашу в светлые оттенки. Как я защищаю волосы? Вот. Значит, ну я уже снимала видео по этому поводу, как я ухаживаю своими волосами. Шампунь, бальзам, я про это не буду говорить, там кондиционер для волос, а именно дополнительный уход, да? Еще раз показываю, это масло от Oriflame под кодом 316-16. Видите, опять оно мне чуть-чуть осталось. Это бесподобная вещь, девчонки. Вот бесподобная, это просто бомбовская вещь. Особенно для блондинок. Особенно, кого после покраски волосы, там что-то плохо себя там вам покрасили, вам кажется, что вам передержали, перегорели после милирования, да. Нужна всего одна капля. Капля на ладошку, растираете на влажные волосы и распределяете. Потом что я делаю? Наношу пенку для укладки и сушу, да? Значит, в летний период что я делаю? То есть вот этим средством летом я не пользуюсь сейчас. Я пользуюсь вот этой вот лондой. Лонда защита от ультрафиолета. Это тоже, это здесь очень много питательных всяких масел, они защищают, они покрывают волосы такой пленочкой, защитой от солнца, чтобы они не выгорали, чтобы они не были безжизненными, чтобы они сохраняли свой блеск. Мне вообще, мне очень понравилась Лонда, я сейчас ее покупаю. Да, она не дешевая, но она стоит того. У каждого, я не рекламирую продукт, ни в коем случае не подумайте, у каждого свой уход, но мне он понравился. Надо совсем тоже чуть-чуть, вот так чуть-чуть нажмешь. После того, как вы нанесли, допустим, средство для укладки волос, мусс там, допустим, да, наносите вот это средство, тоже оно такое вот, как мелкая-мелкая пеночка. И, кстати, на море можно ее использовать в качестве для эффекта мокрых волос. Я это делала, мне очень понравилось. С моря приедешь, там же ветер, вот это все, это ничего. А около бассейна уже можно, там, пока пообедал, зашел в номер, вот этой штукой раз-раз-раз, смазала. Тут кучеряшечки появились, потому что у меня в этом году в седе, но очень кучерявились волосы. Я поняла, что в седе очень влажный климат. Турция не одинаковая. В Кемере такого не было. Здесь я не могла выпрямить. Я, по-моему, где-то говорила, я просто выпрямить не могла. Они мне чуть-чуть поднимаются. Но мне это нравилось. Потом, что я использую, значит, после того, как волосы посушила, это вот это тоже глину. Я тоже в каком-то видео говорила, глину для укладки. Нужно всего вот на ноготочек. Берете, видите, я ее использую, я ее пользуюсь ей. Все тоже, все по чуть-чуть. Растираете в ладошках, вот вы как уложили волосы, да, и все в обратном направлении, вот так вот делаете. Втираете эту глину, старайтесь в корни, не в поверхности, а в корни, вот так все, чик-чик-чик-чик, втерли. Потом уже берете и раскладываете. Кому нужно начесать, начесывайте. Кому не нужно начесать, не начесывайте. Я затылок всегда начесываю, потому что у меня такая стрижка, что он должен быть чуть повыше. Впереди я ничего не делаю, потому что вот эта штука хорошо закрепляет и поднимает волосы. Потом использую для укладки, да, вот такой моделирующий лак. Не путайте с обычным лаком его. Это моделирующий лак для волос. Ну, в принципе, я все так рассказала, как я пользуюсь за волосами. Тоже не такие пшики делаете, в корни стараетесь. Раз, 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 в корни пшикнули. И точно так же еще раз разложили. Все. Зеркалом боку, конечно. В принципе, ничего такого сложного нету. И вот я перешла на эту Лонду. Мне она очень нравится. А мусс для укладки прелесть. Самый обычный. Самый простой. Все, в принципе, я, наверное, ответила на ваш вопрос, который мне от трех подписчиц поступили. И сейчас хочу вам показать свой любимый уголок в саду. Пойдемте со мной.
Хочу показать вам самый любимый уголок моего двора. Тут у меня яблонька. Видите, у него внизу так интересно. Сколько там? 1, 2, 3, 5 яблок. Представляете, она такая маленькая совсем. Цветочки цветут, отцветают. Она маленькая совсем, видите? А у нее вот уже детеныши внизу. Вот любимый тоже мой куст. Все здесь так красиво сделано. Потому что здесь все находится за домом. Вот стена дома, да? И здесь все время тенечек так. Хоста здесь очень хорошо прижилась под абрикосиной. Не знаю, может, на следующий год я ее пересажу. Здесь вот петунья. Пахнет вечером особенно, вообще прелесть. Показывает свой уголок любимый. Ну, у каждого, наверное, есть такой любимый уголок. Мне нравится мой. Вот, этот. Вот он, георгин. Я думала, он желтый будет, а он желтый с розовым. Был еще красный вот здесь вот, но нечаянно его выпололи, можно сказать так. Вот кустик интересный будет тоже. Это дала свекровь. Вот сначала палки были у него просто, вообще мы думали, он не примется. Потом смотрим, пошли листики. Такой георгин очень красивый. Вообще я их очень люблю, георгины. На следующий год, может, куплю еще побольше. Единственное, конечно, то, что они вот их выкапывать нужно. Вот на Масюсеньке сидит. Тоже интересно. И гладиолусы, да? Вот самый первый, который зацвел желто-розовый, уже там отцветает. Я вот уже обрываю. Вот этот будет видно, что поярче у него цветы. Синие постепенно уже пустили свои косы. Вот, тоже видите. Вот. Я думаю, будет очень красиво, когда они все зацветут. Поэтому это мой любимый уголок. И плодоносный. К тому же еще с 5 яблоками. Не знаю, она не сбросит их. Не тяжело ли веточки. Ну, конечно, вот этот вот тоже с моим любимым филином. С кустарником и с петунией. Вообще, мне в этом году первый раз я занимаюсь цветами. Первый раз так высаживаю, потому что двор окультурился, есть где что сажать, распланировалось наконец-то. Бани никак у нас все не достроится, все упирается в финансы. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Теплые полы, ну, котел повесили. Единственное, меня раздражает, это вот эта вот бендюга, так сказать, построили. Нафиг она не нужна. Типа здесь туалет. Я потом уже, зачем туалет? Туалет можно было с занавеской. Вообще он не нужен. Туалет на улице есть. То есть помещение очень маленькое для отдыха, как выходишь, да? Здесь бы это диванчик бы лучше поставить. И стол тоже некой поставить. Здесь будет раковина вот. Да? Со сливом. Ну, посмотрим, что будет. Темно, бассейн. У меня есть, конечно, съемки с того года. Здесь вот сама сауна будет. Все готово. Все требует финансовых положений, чтобы доделать. Баню мы начали строить с сентября 2017 года. И вот сейчас уже июль 2018 года, она у нас постепенно вот так строится. Ну, в общем, вот так. Сделала вам краткий обзор.
Тяпочка, пойдем домой? На кого гавкала? Пойдем домой. Не хочешь? Ну иди загорай. А я иду домой. Еще раз покажу вам свой любимый уголок. Так он, блин, красиво смотрится. Душа не нарадуется. Ну все, отключаюсь. Ну на этом я хочу закончить свое видео. Показала вам любимый уголок в своем саду. Мне еще обещали в беседке повесить гамак. Ерех, хочу гамак. Мне брат двоюродный привез с Грузии подарок. Гамак грузинский, такой настоящий, такой натуральный грузинский. И я буду балдеть. Не знаю, конечно, когда мне его сделают. Ну, вот обещали мне сделать гамак. Все, на этом я заканчиваю свое видео. Такой маленький обзор всего-всего, что меня спрашивали. Пока. Всего хорошего, всего доброго, всем счастья, улыбок побольше, прекрасного лета. Тепло. У нас, кстати, ночью прошел хороший дождь. Сейчас так парит, но не жарко, прохладничко. Ну все, пока. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Подписчики, проверяйте колокольчики, стоит ли на мне колокольчик. Потому что я вчера обнаружила, что у меня слетели колокольчики. У многих моих подписчиков я их ставила заново. Бывает такое. Это уже, кстати, не первый раз. Все, ставим лайки друг другу и помогаем. Пока-пока. Ваша Света.